Ну. Выпускница его курсов Наталья Лачинова. И педагог-наставник, артист эстрады Сергей Кондратьев. Команда «Голдстарс». В общем, то, что они сказали, так и есть. Прошу, кто первый? Женская команда. Пословица. Ровно за одну минуту далеко не уходите, умоляю. Начали! Копаешь. Не рой другому яму. Нет. Собака зарыта. Где собака зарыта? Нет. Копаешь. Ну. Копать? Копать можно все. Собака. Ищет. Ищет. Убежала? Потерялась? Болельщики мне подсказывают. Умерла. Копаешь. Ну. Поговорка, пословица. Копать? Не знаю. Еще раз. Олеся, вы знаете, я вижу по глазам. Собака что? Волк. А почему именно собака? Волк. Вот это ближе. Ну. Пословица. Волка ноги кормит. Нет. Закопал. Ну. Собака, волк. Волк, да. Ну как пословица. Работали, волк! В лес, не убежи! Мне не дошло. Так, вы долго будете обсуждать чужие ошибки. Но не заработали они 10 баллов. Прошу, совершите свои ошибки. Учите. Да, вечная учеба. Тема не меняется. Угу. Готовы уже. Начали, пословица. Идти, бежать. Далеко плыть, не убегайте. Лететь, есть, глаза. Рот, язык, зубы. Зубы. Зуб. Не смотри на... Зуб за зуб? Не смотри на лошадей, что-то на... Так называется пословица, не подсказывать. Не смотри... Скачет. Вы меня как лошадь или как... Наездник. Не смотри на меня, не смотри на... И вообще никуда не смотри. На зубы. Не смотри на зубы! Кого? Что? Лошади, не смотри! А как называется? Зубы. Как называется? Тихо! Не коню в зубы не смотри! Какому коню добавьте? Чужому. Чужому коню не смотри своему. В зубы. А вот не чужому. Дареному коню не смотри в зубы. Да, действительно! Спасибо! Спасибо большое! Вот у вас и появилось 10 баллов. Поздравляю вас! А теперь второй тур. Без вредных привычек. Олеся. Прошу. Олеся, как в театре Пушкина? Какие проблемы? Расскажите, пока я стираю. У вас есть возможность? Нет проблем. Ну тогда вы можете во всеуслышание сказать, что в театре Пушкина проблем нет. Да? Да. Хороший театр. Тема второго тура. Улицы Москвы. Уже готовы. Начали! Вы ходили по улице Тупик Москвы? Какой-то. Так, что это? Я уже понял. О, это Грузинская улица. Как называется? Малая Грузинская улица. Большая Грузинская улица. Вот кто-то говорит, что гениально. Спасибо большое, Леся. Спасибо, без вредных привычек. Большая Грузинская. Прошу вас. Я сказал вам, что вы получили 10 баллов? Да, сказали. Я очень рад. Можно вас попросить? Пожалуйста. Не смотрите. Хорошо.
тема, по-моему, не меняется. Спасибо. Болельщики не смотрели, да? Все в порядке. У нас девушка честная. Я вижу. Подходите ко мне поближе, не бойтесь. Большая Грузинская уже была показана. А вот эту улицу Москвы вам придется показать. В смысле, не показать, а нарисовать. Хорошо. Начали! Рупор, колокол. Манежный, что ли? Кривоколенный переулок. Хорошая улица. Колпачный переулок. Колпачный. Колпак, язык. Ракетка. Мясницкая, что ли? Да, действительно. Мясницкая! Спасибо большое. Спасибо. Это была Мясницкая улица. И счет 20-10. Впереди блиц. Прошу вас. У вас есть шансы вырваться вперед и даже обогнать себя же. Тема. Можно объявить? Тема о спорте на букву... В смысле К. Начали! Коньки. Какой спорт? Правильно. Хоккей с шайбой. Ну, на траве. Клюшка. Правильно, клюшка. Показывайте мне, чтобы я знал. Конный спорт. Правильно. Гимнастика, акробатика, спортивная гимнастика. Коль, правильно. Кто там подсказывает? Я сейчас разобью. Дальше. Гребля. Это не гребля. Каноэ. Плавание. Вот это каноэ, правильно. Фигурное катание. Коньки. Фигурные коньки. Что? Ну ладно, давай дальше. Конькобежный спорт был, да? Ну ладно, давай дальше. Плавание. Кроль. Кроль, правильно. Плавание на П. Кросс, правильно. Не подсказывай. Канат. Правильно. Копье было, правильно. Кольца. Кубок. Далеко не убегайте. Картинг. Картинг, да. Спасибо большое. Отгадано 11 слов. Поздравляю, 55 очков. А вот теперь, пожалуйста, как вы говорили? Станиславский, да? Да, Терабинович, да. Хорошо. Ну тогда за одну минуту вам нужно осветить тему спорта на букву С. Начали. И показывайте. Санки. Правильно, санки. Далеко не... Старт. Слалом. Правильно. Самбо. Нет, это не танцы. Ну? Что? Сабля. Сабля, правильно. С. Вот это вот С. Ну, дальше покажите что-нибудь. Стрельба. Правильно. Стендовая. Правильно, стендовая стрельба. Свисток. Правильно. Хорошо, что он не засвистел. Судья. Правильно, судья. Сколько темперамента у этого Станиславского? Отгадано 8 слов. Общий счет 60-65. Группа «Фокс» изготовила специально для вас эти замечательные игрушки. Дорогой наш Станиславский, поздравляем вас. Они скрасят вашу жизнь, да, от компании «Фокс». Девчонки, держите эти игрушки. Еще вы получаете майки от спонсора нашей программы «Пан Интера». Самая престижная фирма «Fruit of the Loom», которую представляют наши спонсоры.
Спасибо большое. Прощайте, а вам до свидания. Увидимся. Телеканале смотрите развлекательную программу «Сам себе режиссер». Все чудеса домашнего видео, очарование лысого попугая и приключения ученой-обезьяны, новые провокации скрытой камеры и супер-мега-драйв экстра-конкурс «Слово». 1000 поводов для улыбки. И только 2 победителя. Каждую неделю автора самого забавного сюжета и самого веселого участника конкурса «Слово» ждут наши призы. Подарки от наших друзей, а также видеокамера и телевизор, предоставленные генеральным спонсором нашей программы. Если вы хоть немного сам себе режиссер, то ваш телефон 201-81-84. Так, честно говоря, надоело делать эту программу, но приходится каждую субботу и воскресенье радовать вас своим появлением на российском канале. Я имею в виду программу под названием «Проще простого». Не забывайте включить ваши телевизоры. Не так-то просто переиграть юных Спиноз. Программа «Устами младенца» каждую неделю на телеканале «Россия».